Всем доброе утро. Привет, и тебе привет. Бегу вот девчонок доить с ведеркой. Смотрите, какая я молодец. Ну, я и муж, мы тут на двоих за 2 дня одну кучу сожгли. Сейчас, наверное, на каждом участке такое. А вот эти вот напилила, ну, обычной ножовкой. Что-то так жалко их жечь. Я говорю, они на растопку у нас пойдут. Мало ли, еще придется печку подтапливать. И у нас остались вот эти вот ветки. И представляете, пила сломалась. Муж говорит, все, не сделать. Он ее пытался сделать, если какие-то там мелочевки. А, ее можно отремонтировать. Ну, если я имею в виду, мелочь какая-то была в поломке. Он говорит, нет. Все, мы без пилы. Теперь вот непредвиденные расходы. Скажем так, незапланированные. Надо вот пилу покупать, потому что, ну, вот это вот. Я попыталась руками попилить. Я поняла, что у меня лопатки, плечи болят, как после спортзала. И думаю, нет. Ну что? То, ты мой рыжик. Ты мой рыжик. Подожди, нет, я потом к тебе подойду. У меня руки чистые. Вон Ричи вообще еще не вылазила. У меня руки чистые, я не пойду к тебе, пойду девчонок подаю. А то потом после тебя надо идти опять руки мыть, а потом девок доить. Речуха! Не, не выходит. Гуляй, гуляй. О, кошки, кошки. Так что вот, сейчас убираемся, убираемся, убираемся. Может, еще недельку побудет солнышко, будет вообще красота. Девочки, мне вчера здесь кто-то... Крысу положили прямо в козовнике, вот здесь на входе. Прям вот тут. Это я кошкам корма несу. Ой, как я это перепугалась. Чё пушушь? Давай, 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 беги кушать, беги скорее. Краса у нас закрыта пока. Там, как я говорю, в предбаннике на крыльце. Пока за красой следим, да. Сейчас покормлю. А где Муся? Ой. Все, пойдем, девчонок, доить, кормить. Да. Вот о чем я вам говорила. Вот видите, опять тут насыпано гороха. Здорово, Ксюха. Голова два уха. Сейчас покормлю, сейчас. Муся, привет. Привет, Муся. Как хорошо, когда солнышко. Жалко, что сентябрь был практически весь сырой. Как с начала сентября начались дожди. Ой, только вот недельку гуляем. Пока здесь остановилась рядом с домом. Девчонки листву собирает. Муся с нами вышла. Прям вот рядом. Вот наш забор, можно сказать. Пока на табуреточке сижу. Нравятся им листья. Я даже под... Как это? Под грушей, под сливой все согребла и им скормила. Соседи жгут, а я вот козам скармливаю. У нас тут выходной, в воскресенье, в понедельник. Первые дни, скажем так, прям, чтобы вот солнечный, солнечный, и ветра особо не было. И в каждом, я не знаю, в каждом доме, в каждом, за каждым забором, в каждом участке жгли, жгли мусор. Кто ветки, кто что, кто листву сжигает. Мы тоже жгли. Ну вот я вам уже показала. Остальное надо распиливать, там уже такие толстые ветки. Обычной ножовкой долго пилить. Надо теперь трубу, ой, трубу, пилу прикупить. Смотрю на трубу. Как удачно я ее нацепила на трубу, чтобы она мне хоть руки не дергала. А то прям дергает. Все видят, смотрят, боятся, что она у меня бодается. Я говорю, да она не бодается. Она грех швыряет. А все почему-то думают, что
Она людей бодает, поэтому я ее держу. Мусюня. Поэтому я ее держу на поводке. Так, отвернуть немножко. Кто там? Люди идут, дети. Да, Мусюнь? Ой, хорошо, тепло. Дома дел полно. Ладно, девкам тоже гулять надо. Плохо, что вот они у меня одни не гуляют. Орут дуриком. Но у меня их оставить особо негде. Так бы был бы участок за забором, можно было оставить. Вот они. Ой, ой, девочки. Вы же девочки. Что-то у меня у Капы пузо на бок. Свекла, что ли, объелась. Я вроде по норме даю. Стараюсь. Ну, не то, что по норме. Просто даю меньше килограмма. Да, что-то бок у нее как-то это... Выпер. Даю грамм 800 всего свеклы. И в эти 800 грамм входит все. И морковь, и свекла кормовая. Яблоко, если даю, то прям вот одно яблоко режу туда. Не даю яблоки. Тыкву режу. Да, капучино, что-то пузо-то у тебя как. Но она, это гороха насыпет, все нормально. Потому что я это первым делом смотрю. И на улице, и в вольере у нее все нормально. Я имею в виду горох нормальный. Они же у меня каждый в отдельном стоят, поэтому легко посмотреть, у кого. У кого какой горох. Не знаю, если смотрю на мелочь на свою, на Бэмби, мне кажется, она и не растет, все какая-то маленькая-маленькая. Козел по сравнению с ней был ростом, вот как Ксюха, вот как светлая коза. Почти с нее был. А это какая-то мелкая. Мне муж говорит, потому что ее видишь каждый день. А тут мама вчера приходила. Ну, уже редко ходит на огород-то, на грядки, на цветочки. Не так часто, не каждый день. Все, что там уже дела нету. Говорит, подросла. Прям ноги подтянулись. Она говорит, я ее не видела недели две. Да, бэмбина моя. Бэмби. Бэм. Бэм-бэм-бэм-бэм. Бэмби. Знает, что к капучино лучше не подходить. Она только голову поднимает, она сразу от нее отбегает. Эти две девушки тоже ее лупят. Но как-то разок швырнули и отстали. А капучино не. Будет бежать, пока поводок не кончится. Девочки. Ну вы же девочки. Вот что творят. Вот что творят. У Милки рогов нету. Она комолая. Ой, Милки, у малышки. Но она не уступает. Прям вовсю дерется. Ну вот, видите, вот видно было, она ее так швырнула чуть-чуть как бы. И все. И она как-то больше даже вот к ним. То ли может из-за того, что у нее вольер между ними. Она стоит между ними. Все, Муся пошла. Вам, наверное, и не видно. На поле. Где-то вот здесь она у меня должна быть в кадре. Да, вон за беседку пошла. Ага, все. Значит, пора идти нам на поле. Ой. А сейчас должна уже мама прийти. Мы хотели сейчас посадить чеснок. Не знаю, рано, не рано, пока дождей нету. Когда чеснок сажают? У нас уже многие здесь посадили. Вчера у нас с ней не получилось встретиться. Она в няньках сидела. Сегодня вроде договорились. Хотя, в принципе, что, я могу и одна чеснок посадить. Ну, маме хочется самой в этом поучаствовать. Так, куда у меня девки-то убежали?
Ну, у нас газовщики приехали сегодня. Вот там вот у нас вот эти вот пятиэтажки. У нас приехали газовщики проверять там все. Вот сидела, ждала полдня, когда они приедут. Ну, вроде сейчас сосед там, который по квартире у нее прошел мимо, говорит, уже были у нас. Так, все, пошли они на сгоревший гараж. Надо уходить. Вроде, говорит, были уже, должна скоро прийти. А что скоро? Сейчас уже, наверное, еще внук со школы придет. Хотя он у нас парень самостоятельный, может и сам разогреть себе поесть. Так. Ну что, пойдут они за мной, нет? Как ты здесь хочешь? Нет, нет, пойдем. Пойдем, будем девчонок выводить с этой помойки. Пойдем. Ксю. Ксю, малыш, 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 малыш. Бэм, 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 бэм. Пошли. Пошли, капочка, пошли. Пойдем. Капа, как ты у меня там запутала поводок. О, муси идет. Ну-ка. Подними копытка-то. Пойдемте, девочки. Муся. Все за мной. Пойдемте, да, пойдемте на поляну. Кто-то соседи опять жгут. Да, капа, что-то ты как-то бочину выперла. Больше не буду тебе свеклу давать пока. Кто-то опять соседи. Жгут. Ну как соседи, это раз, два, три. Поменяли мы место дислокации. Дошли вот до поля. Хотела еще что-нибудь поснимать. А, кстати, про Капина пузо, вот это вот то, что выперло. Она сейчас прямо около меня стояла, и я так потихонечку ей гладила. Она прямо как чувствует, что ей легче. Сейчас подойдет, опять буду гладить. Так что, кому интересно, не переживайте. Время зря терять не буду. Скажем так, не массаж, но буду просто гладить. И это... Не буду уже ничего снимать. У нас тут... Ну, вот там вот, за этими гаражами. Машина ремонтирует. Грохот стоит ужасный. Это сейчас вот что-то прям притихло. Видимо, кузов, что ли, там выпрямляют. Не знаю, или снимают чего-то. Потому что грохот стоит хороший. Ладно, будем дальше гулять. Ну вот, я же говорю, там пилят уже чего-то. Всем хорошего дня. Девчонки на заднем плане взлягивают.